Приветствую, благородный странник. Я Джирин, повелитель Лут-Галейна, и я приветствую тебя в моем прекрасном портовом городе. Я рад узнать, что караваны снова могут свободно ходить западным путем. Некоторое время мы были в осаде злой силы, которую я не смог опознать. Странно. Все это началось тогда, когда темный странник прошел этим путем в поисках могилы Тал-Раша. Никто не знает, где похоронен Тал-Раша, хранитель Ваала, но это совершенно точно где-то далеко в пустыне. Теперь мои люди шепчут рассказы о мертвецах, встающих из могил, и ужасных существах, крадущихся по залитым лунным светом барханам. У меня есть свидетельство о вещах, понять которые я не могу. Я закрыл порт и запер в нем все торговые суда, до тех пор, пока я не буду уверен, что мой город в безопасности. У Атмы, содержательницы кабака, есть для вас очень срочное задание. Встретьте с ней как можно быстрее. Вы найдете ее на другом краю города. Теперь я должен возвращаться во дворец. Прошу прощения, но я не могу пригласить вас внутрь. Дела идут не очень хорошо. Как понять, могу ли я верить тебе? Ты, может быть, таким же ловкачом, как эта крыса, Элзикс, которая управляет отелем. Но если тебе нужно зелье, думаю, я смогу тебе помочь. Не бесплатно, конечно. Добрый день. Я многое знаю о древних религиях. Меня посвятили в паладины Закарума в восточном храме Кураста много лет назад. Привет! Я найду этому хорошее применение. Я не могу использовать это. Я слышал, что изгнание Андериэля обратно в пылающие преисподние было твоей заслугой. Я поражен, странник.
Это должно быть было нелегко. Меня зовут Драгнан. Я знаю, с чем ты сейчас борешься, друг мой. Тебе нужно взглянуть на то, что я продаю. Подходи, поторгуемся. Я не требую от тебя этого, но буду благодарна, если ты захочешь помочь мне. В канализации под городом обитает ужасное существо, алчущее человеческой плоти. Оно многих убило, включая моего сына и мужа. Если ты уничтожишь его, я отплачу тебе. Однако, соблюдай осторожность, пожалуйста. Эта тварь забрала уже многих из нас. Вход в канализацию через люк прямо на улице. Okay.
Спасибо. Я перегружена.
Спасибо. Атма теперь отомщена. Спасибо. Добрый вечер. Говорят, что вкус отмщения горько-сладок, но мне он нравится. В придачу к моей вечной благодарности я расположила в вашу пользу остальных жителей города. Торговцы согласились предлагать вам свои товары и услуги по сниженной цене. О, Джерин, так хочет видеть тебя. Ты найдешь его перед дворцом. Тебе туда нельзя. Я слышал, что тебе пришлось совершить немало подвигов. Я, пожалуй, сообщу тебе о том, что не стоило бы разговаривать с другими. Драгнан и я выяснили, что темный странник, который прошел здесь недавно, сам был воплощением дьявола. Драгнан полагает, что дьявола обыскивает пустыню в попытках разгадать секрет могилы, где великий маг Харадриков Тал-Раша держит в заключении Ваала. Ты должен найти дьявола и положить конец тому великому злу, которое обрушилось на город. Драгнан мудр, и, конечно, у него есть совет для тебя по поводу того, как найти склеп Тал-Раша. Тебе может потребоваться довольно много времени для того, чтобы отыскать склеп. Приготовься хорошенько.
Это честь служить тебе. Я найду этому хорошее применение. Добрый день. Я найду этому хорошее применение. Добрый день. Невозможно.
Спасибо. Oh!
Спасибо. Это честь служить тебе. Я не могу нести больше. Могу поспорить, что тебя поразило, как этот город остается в безопасности среди всего, что творится в пустыне. Могу сказать, что это не имеет никакого отношения к местной городской страже. Они все сидят во дворце по некоторым причинам. Джирин нанял меня и моих ребят, чтобы поддерживать здесь порядок. Мы не дешевка, но мы лучше, что можно найти в этих землях.
Похоже, ты закаленный искатель приключений. Знаешь, в свое время я был тем еще негодяем. Я возглавлял гнуснейшую шайку бандитов, которая когда-либо терроризировала эти пески. Ныне я держу вот эту гостиницу и пытаюсь не встревать в неприятности. Дни, когда я искал приключений, у меня позади. Привет! Добрый вечер.
Привет.
Я перегружена. Спасибо. Этот харадрический куб – ценная вещь. Согласно легенде харадриков, куб может восстановить харадрический посох. Для этого тебе нужно использовать куб как свиток. Когда куб откроется, помести в него обе части посоха и примени преобразующую способность куба. Тебе будет приятно узнать, что у куба есть и другие применения в алхимии. 6 драгоценных камней и 1 меч преобразуются в улучшенный длинный меч. Также ты можешь преобразовать 2 колчана арбалетных болтов в 1 колчан стрел или 2 колчана стрел в 1 колчан арбалетных болтов. Ты можешь открыть и другие формулы.
Они не знают, что мы здесь? Внимание, господа Мейсон и Стейнберг, пожалуйста, зайдите в информационный офис. Вам звонят по телефону. Пожалуйста, зайдите. Come on.
Это честь служить тебе.
Я найду этому хорошее применение. Посох королей. Ты поражаешь меня, мой друг. Это древко хородрического посоха. Полагаю, ты знаешь, как использовать хородрический куб для соединения древка с навершием. Добрый день. Я исследовал это длительное затмение и пришел к выводу, что это работа когтистых гадюк. Найди храм под песками пустыни, и ты найдешь источник этого проклятия. Подходи, поторгуемся. Thank you.
Больше. Thank you.
Надеюсь, я знаю, что делаю. Будет свет. Я перегружена. Великолепно! У тебя хорадрический посох. Возьми его с собой в гробницу Талраша. Найди в гробнице комнату, на полу которой расположен круг семи знаков. Ставь посох в гнездо, которое ты там найдешь. Это откроет тайный проход в склеп Талраша. Но готовься к бою. Похоже, тебе нужно убить Талраша, чтобы уничтожить Ваала. Я говорил с лордом Джерином, и я чувствую, что он чем-то очень взволнован. Попытайся поговорить с ним опять. Если же он не захочет посвящать тебя в свои дела, докажи ему свою верность. Предполагаю, что его уважение к тебе растет. Да пребудет с тобой благословение.
перейдем к делу. Тебе туда не... Привет. Я исследовал старые записи, пытаясь найти месторасположение гробницы Талраша. Хотя я и не нашел саму гробницу, у меня есть хорошая наводка. Великий заклинатель Виджерай Харазон построил свое тайное святилище где-то здесь. Он был могучим чародеем и держал демонов как рабов внутри святилища. Он следил за великими событиями, например, заключением Ваала в гробнице Талраша. Если ты найдешь святилище Харазона, в нем должен содержаться ключ к месту нахождения гробницы. Хотя я сомневаюсь, что Харазон все еще жив, соблюдай осторожность. Невозможно сказать, что ждет тебя внутри. Когда я говорил об этом с лордом Джерин, он попросил, чтобы я прислал тебя к нему. Может быть, он знает тайный проход или что-нибудь в этом роде. Когда здесь начались неприятности, я позволил перепуганной гаремной гильдии присоединиться ко мне в безопасности дворца. Все было прекрасно, пока одной ночью на лестнице послышались крики со стороны гарема. Мои стражники вбежали и увидели, что бедных девочек убивают безжалостные адские отродья. Мои храбрые стражи попытались оттеснить демонов назад, к таинственной щели, из которой они появились. Однако мои люди проигрывали битву. Демоны продолжали просачиваться через щель во дворец. В конце концов, я заплатил Грейзу и его наемникам, чтобы помогли защитить остатки моего прекрасного города. Драгнан утверждает, что тайное святилище лежит где-то под дворцом, потому что на месте Лут-Галейна когда-то была древняя крепость Виз-Джерай. Мой дворец теперь открыт для тебя. Береги себя. Не создавай проблем. Спасибо.
кто первый нашел эту тайную крепость. Добрый день.
Я не могу нести больше. Да пребудет с тобой благословение. Перегружена. Могу нести больше. Thank you.
спокойного сна! Невозможно! Искатели гробницы Талраша найдут ее с помощью портала. Но знай, что светящиеся знаки, записанные в моем тайном святилище, указывают на 6 ложных гробниц. Недостающий 7-й знак отмечает гробницу Талраша. Харадри мы, несомненно, назвали бы его главным. Это был блестящий, но краткий миг, когда магические кланы оставили разногласия и вместе работали против общего врага. Харадримы безжалостно преследовали Троицу через разоренные империи Востока и неотмеченные на карте районы Запада, оставив руки Архангела Тариэля незапятнанными. Предвкушая гибель Троицы, нестабильное содружество Харадримов стало распадаться. Оставив благие помыслы охранять камни душ, несравненные кланы начали грызться друг с другом из-за мелочных разногласий. Эти стычки не только разрушили их братство, но и усилили зло, которое они похоронили в холодной земле. Ой, эти бедные женщины! Неужели бойня никогда не прекратится? Благодарю еще раз за защиту города. Ты бой... Что я могу сделать для тебя?
Я перегружена. Спасибо. Thank you.
Теперь здесь спокойно. Это честь служить тебе. Thank you.
Что я могу сделать для тебя? Я не могу нести больше. Я не могу. Добрый день. Добрый день. Я найду этому хорошее применение. Приветствую. Я найду этому хорошее применение. Приветствую. Я найду этому хорошее применение. Да? Приветствую. Благодарю тебя, смертный, за мое освобождение, но я ждал тебя раньше. Я Архангел Тираэль. Я пришел сюда, чтобы помешать дьяволу освободить его брата Ваала, но я проиграл. И теперь ужас и разрушение свободы идут через твой мир. Теперь они направляются к восточной столице Гураста, к сердцу храма Закарум. Они надеются найти там их старшего брата Мефистофеля, владыку ненавидимых, который был заключен там множество эпох назад. Если три главных духа зла воссоединятся, они станут непобедимы. Неизвестно, каковы их цели, но совершенно ясно, что их надо остановить любой ценой. Я ранен. Энергии, которые держат меня в этом мире, быстро иссякают. Тебе придется взять на себя этот груз и воспрепятствовать воссоединению троих. Тебе необходимо пересечь море и найти дьявола и Ваала в Курасте. Торопись, смертный, время идет для всех. Архангел Тариэль
Это тот, кто дал камни души Харадриму 260 лет назад. Это очень необычно для сил небес, так прямо вмешиваться в человеческую судьбу. Но, похоже, Ториэль действовал по своей собственной доброй воле. Мы так и не смогли понять, почему, быть может, он пошел против воли консенсуса небес, потому что он сомневался в нашей способности защитить самих себя, или, может быть, он способен видеть больше, чем его союзники. Если то, как действует ад, как правило, направлено на прямое разрушение, то мотивация действия небес просто необъяснима. Теперь поспеши, и Диабло и Ваал должны быть остановлены до того, как они объединятся со своим братом Мефистофелем. Если три части первичного зла объединятся вновь, мир, такой, каким мы его знаем, прекратит существование. Привет! Жаль, что положение вещей не совсем соответствует твоим надеждам. Иди, вспоминай нас добрым словом. Знаешь, из-за тебя у меня было куда меньше беспокойства, чем я рассчитывал. Добрый вечер. Ты продвигаешься очень неплохо. Немногие могли бы пройти так далеко, не говоря уж об открытии истинной могилы Талраша. К сожалению, меня информировали о том, что Диабло и Ваал избегли твоего удара. Это не лучшая новость. Если ты собираешься пойти на восток, то знай, что Месхив получил от меня инструкции помочь тебе пересечь море. Полагаю, что он был бы крайне заинтересован отчалить как можно скорее. Удачи тебе в твоем поиске, и я еще раз благодарю тебя за спасение моего любимого города. Мой друг, Лут Галейн всегда будет приветствовать тебя с радостью. Приветствую, Амазонка. Я уже долгие годы не видел никого из вас. Мне приятно знать, что такие воины защищают этот город. Я Месхив, капитан этого судна. Я посещаю все порты в Двойном море. Иногда захожу в Кингспорт, Вестмарше. Правда, в последнее время я никуда не хожу. Джирин нанял меня, чтобы я стоял здесь, на приколе, на случай тревоги. Джирин говорит, что я должен взять тебя на восток, в город Курас. Я не был там уже несколько лет, но слухи оттуда доходят зловещие. Мой корабль в твоем распоряжении. Действие третье. Мой компаньон вдохнул прохладный влажный воздух подземелья. Казалось, он делает его сильнее. Я стоял в дверях между светом и тьмой. Все мое существо противостояло против дальнейшего продвижения. Но этот голос... Мы спускались все ниже и ниже в глубины склепа. Я видел, как изменялся мой компаньон. Казалось, он становился все сильнее и сильнее. Мне было трудно что-либо разглядеть в темноте, но казалось, что мой компаньон знает дорогу. В конце концов, мы добрались до огромного зала.
И тогда я понял, что мой компаньон не получал силы. Он терял остатки своей человечности. Он двигался со скоростью демона, а потом появились вы. Стой! Находящееся здесь чудовище не должно быть освобождено даже вами! Пожалуйста, поторопитесь! Пожалуйста, прошу вас, поторопитесь! Нет, не делай этого! Дурак, ты только что обрек весь мир на верную смерть. Ты себе даже представить не можешь, что ты выпустил. Отправляйся в храм света в восточном городе Кураст. Там ты найдешь врата ада, которые откроются перед тобой. Ты должен найти способ пройти через эти врата. Отнеси камень, который ты держишь, в адскую кузницу, где он будет уничтожен. Теперь беги. Бери камень и беги. Побежал. Добрый день.